В зале филармонии собрались выдающиеся атлеты, гимнасты, волейболисты, пловцы. С круглой датой их поздравил губернатор Вениамин Кондратьев и председатель организации Игорь Колосов. За 80 лет динамовцы внесли огромный вклад в спортивную историю региона. Они неоднократно стояли на пьедестале почета и становились победителями турниров и соревнований самых различных уровней. Мы гордимся вами, потому что понимаем, знаем, чувствуем, какая огромная работа стоит за каждым рекордом. Нас лишают медалей, нас не пускают на соревнования, даже пытаются украсть олимпийское золото в Сочи. Знаете, кому-то очень выгодно превратить спорт в политику или использовать спорт для достижения своих политических интересов. Знаете, можно нас не пускать на соревнования. Можно даже забрать у нас олимпийские медали. Ну, забрать дух победителей у российских спортсменов, как и саму победу, не сможет никто и никогда. Учитывая историческую связь общества «Динамо» с органами безопасности и правопорядка, приоритетным направлением всегда было, есть и является развитие служебно-прикладных видов спорта. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы привлекать новые виды спорта, привлекать новых участников этого движения. Общество «Динамо» на сегодняшний день вышло далеко за рамки спортивной структуры и превратилось в фактор современной жизни, важный элемент социальной системы нашего государства. За каждым рекордом и победой долгие часы тренировок, где тренеры «Динамо» учат своих воспитанников мужеству и упорству в достижении целей. Тренеры, ветераны, скромные люди, но которые делают огромное, большое дело для нашей Кубани. И неважно, кем стали ваши воспитанники или кем они станут. И не обязательно, чтобы они стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Важно, что они вносят достойный вклад в развитие нашей Кубани. Почти 50 спортсменов краевой организации сегодня входят в сборные команды страны, а звание «Динамовца» носят больше 40 тысяч кубанцев. В 12 лет я пошла заниматься спортом, и я «Динамо» люблю до сих пор. Это для меня жизнь, все. Я работаю тренером. Отличившихся тренеров, спортсменов и сотрудников организации Вениамин Кондратьев и Игорь Колосов отметили почетными наградами. Продолжился прием праздничным концертом.